Итак, ребят, всем привет. На заднем плане, видите, да, ребята, снег. Это у нас какой? Первый снег, да? И мы отправились на коп. Серег говорит, надо закрывать коп. Сезон. Но нет, мы... Летний. Мы сезон не закрываем. Копаем мы пока четвером. Ищем фундаменты достойные. Пока безуспешно, все засыпало. Греемся. И сейчас отправимся. Надеюсь, что-нибудь интересное у нас обязательно появится. Здесь в основном преобладают советики, царики, николашки. Ну, что из этого выйдет, вы увидите. Придется сначала сугробы разгребать, а потом земельку копать. Ну, по щиколотку. По щиколотку. Ну, все равно сугробы. Копать мы будем сегодня Серега, всеми любимый вот эта борода, Михалыч на заднем плане, вот, и у Деус. Дэн Кавказ уже отправился искать, копать. Одевайте зимнюю резину. А, да, ребят, представляете, Сережа. Мы Сережу ждали, блин, на трассе хрен знает сколько. Отстает и все. У него липучка, да? Это липучка? Да нет, летний вообще. Летний еще? Да. Ёшкин тут. Ладно, хоть... хорошо, но, блин, заносит, кидает. А я вчера переобулся, слава богу. Чувствует машина на шиповке. В принципе, нормально, достойно. Вот, так что, ладно. Зимний коп начался. Холодно, однако. Ребят, находимся на фундаменте, который в свое время разрабатывал Веселый. Ну, Макс, который на предыдущих копах он с нами копал. В общем, пробежались мы по фундаментам, ничего интересного не нашли. И решили в тот залезть фундамент, который они копали. Здесь нашли более 30 монет, из них 10 царей. Самый ранний Александр был второй. Вот, и мы пришли на этот фундик. Сейчас пацаны начинают его копать. Я тоже присоединяюсь. Я думаю, что им здесь интересное все-таки оставили. Вот, потому что все выбить невозможно. И судя по характеру самой домовой ямы, его только разработали наполовину. Что получится с этой половины, вы увидите. Я думаю, ништяки, вкусняхи какие-нибудь все-таки остались. Так что ждем находки классные. Ну что, ребят, дело... пошло. Я нашел местечко. Вот здесь вот проходит сруб. И вдоль сруба вот она монетка лежит. Вот она. О, да это царь. Царская копейка. Копеечка. У меня тоже копейка, Саша. Да? Что за год, Серый? Я пока свою тру. Тру. Не дотру никак. Не дотру, да. Я не знаю, я пока свой год не вижу. 1915. Ну-ка. Ну это последние года, здесь советы в основном, наверное, будут. Да, 1915. Одновременно две копеечки по копейке. Ой, блин, ну ты даешь, ёшкин кот. Ладно, вот продолжаем. Палка. Все, на, держи. Твою забрал, блин. Че это? Пигильза. От мелкашки. Мелкашки, что ли? Ребят, верховой. Верховой я видел. Пацаны сразу. А, че, как, блин? Я сразу озвучил 50 копеек. А 50 копеек, смотрите, 64-й год. Верховая. 64-й. Последняя дата, которые на этом фунте жили. 64. Ладно, пойдет. Пойдет. Ребят, в руках тру очередную царскую копеечку. И снова сказать не могу, что за год. Ну это царик. Так, расплылся год. Не видно. Что за год? А мы его сейчас освежим. 9-й. 1909 год, да? А, не. 15-й, да, 15-й год. 15-й год. Пойдет. Ребят, там Серега сюжетик представляет в камушке.
Судя по всему, это царская копеечка. Двушка или десятка? Не знаю. Рамочник, да? Нет, это меньше по диаметру. Да, советская. По размеру пятнашка. Рамочник. Держи. И снова, ребят, мне предоставляет сюжетик. Как некоторые скажут, подброшенные монеты. Вот как можно, ребята, вот подбросить так вот. А? Что это у нас? Это у нас. Дом налепили. Да, судя по размеру. О, это ранняя двушечка. А, не, не ранняя, поздняя. И снова она обшлепана какой. Это сережные монеты. До этого пятнашка и сейчас двушка. Прикольно? Прикольно. Ребят, у нас веселый приехал. Здорово, веселый. Это ихний фундамент. И вы знаете, прям к приезду. Еще не знаю, что за монета. Глазами. Глазами. Дверь вот здесь, две двушки поднял. Ну нормально, они вот, вот этот угол долбили. А я вообще металл собирал и иду, а здесь... Две копейки. Короче, докопался. До две копейки ранее. Жена приехала, блядь, думаю, набрать. Пойдет? Пойдет. И верхами иду, вот здесь прям хуяк, он и так вылетает. Ребят, веселый флаг выставил свой. По этому флагу могут понять, что мы черные копатели. Но я к чему? Монета. И, судя по всему, царская. Да, царская копейка. Сохран хороший. Сейчас даже схожу с вам год. 14-й год. Или 17-й. Скорее всего, 14-й, 17-й. Так фартануть меня не может. Так, фокус. Где фокус? Видите, какой год, ребят? Непонятный. Ну, прям хочется, чтобы был 17-й. Ребят, у Михалыча. Дай-ка, что там? Говорит, царская. Да, царская копеечка. Николаевский образец. А год 1915. Снова 15. Это уже не знаю. Третье, четвертое или пятое подряд. Пойдет. Держи, мелочь. Но все равно. До этого он еще пятачок советский поднял. 55-го года. Тяжелые шурфы, да, Михалыч? Вообще тяжелые корни, кирпичи. Но в последнее время у нас все тяжелые шурфы. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ребят, смотрите. Один в яме. Один в яме. Больше никого. Один дома. Один в яме. Че там на этот раз? Копейка. 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 Год непонятный. Надо мыть. По-моему, 13-й. Копейка 13-го года. Да? А, нет, 1872-й, по-моему. Александр. Александр. Угу. Хорошо. Хорошо. Берем. Итак, ребят, что-то мы подустали уже. Кое-кто уже бросил. Серега с Максом уехали. Там, говорят, фундамент есть каменный. Вот, на разведку поехали. Вот, ну. Трешка царская. У Дэна. Год.
1908 трешечка. Ну, 8-й год, по-моему, интересный, если я не ошибаюсь. Год хороший. Ну и в целом монета на троечку пойдет. Не ушатная особо. Ну, пойдет монета. 1908 год. Николай последний. Вы даже не представляете, какая тут, ребята. О, придется на земельку сесть, чтобы вам показать то, что сотворил Дэн. Смотрите, что. Конца не видно. Это он вот так вот подрыл. Здесь он решил не срезать ничего, потому что корень, вот он. Он говорит, что-то не рубится. И куча кирпичей. Вот именно на этом слое кирпичи, кирпичи, кирпичи. И вот оттуда у него монетки повыскакивали. Ну, пойдет. У Михалыча там тоже кофеек пошел пить. У него тоже монетки там вылазят. Я не снимаю, потому что ничего интересного. Вот это вот еще более-менее трешечка. А советики банальны как-то. Ладно, продолжаем. Ребят, Дэн продолжает бороться вот с этим вот. Но борьба на того стоит. Вот такая вот выпала двушечка. Вроде как и неплохая. Пойдет, да? Вроде как рельеф проглядывается. А год, не знаю, вместе с вами давайте посмотрим, если фокус не расплывется. И год узнаем. Семерка, а не, не семерка, это не год. Нет, год что-то не видно. Последние 4. Да? По-моему, 4. Ну, все равно бодренько, что дырка, что ли, на ней? Или окисел? 14-й, все. Двушка 14-го года. Пойдет. Уже темнеет как бы. И фокус. У нас Дэн собирается, это, наверное, последняя находка. Выкладывает свои монетки. Пойдет. Ребят, прибежал снять монетку. Приятно тем, что это у нас трешка Николая. И это снова Дэн говорит, что это 1915. Вот такая вот. Пойдет, наверное, да? Пойдет. Ладно. У нас пока что-то не густо. Ну что, ребят, Дэн надумал собираться. Накидал он вот такую вот гору, ребят. Гора огромная. С этого фундамента, говорят, больше 60 монет выкапывали. И Денчик встал в центр, где был самый такой эпицентр монет. Ну и добил его. В принципе, я считаю, что успешно. Итого по царям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 царей. 2 трешки, 2, 4 по копейке. Пятачки. Ну, ранних нету. И вот двушки, десятки, пятнашки. Даже есть, ребята, вот эти вот окаменелые монетки. Окаменелые это после 61-го года. Ну, как-то вот так вот. Дэн нормально отработал. Лучше, чем мы. Вместе взятые. Все вместе. Ладно, а ну мы, наверное, будем продолжать. Уже темнеет. Скоро-скоро, наверное, отбой будет. Я как-то говорил, вот у Михалыча нет-нет, но хлоп, выскочит у него медаль. И, вы знаете, Михалыч кричит, медаль. Здесь была колодка. Медаль, ну это, медалька. Она очень сильно окислилась.
И хочу сказать, что эта медалька непростая, не советская, а царского времени. Что за медаль, ребята? Сейчас постараюсь ее как-то пошмырыгать, да. Но это царская, стопудово. Ну, ждем, да? Ждем продолжение банкета. Вот бля буду, не когда будешь, это... Не будешь? На. Нет? Вот так тогда. Да я уже пишу, блядь. Выкинул, вот. Ничего ты не выкинул, давай сюда. Смотрите, он... Ну, короче, ким, ребята... Облизал. Короче, находок не особо, ребят. Ночной шух начинается. А может быть уже и заканчивается. 3 копейки. Тридцать шестой. Ребят, 36-й. Это ранний. Герб-то. Новый, да, по-моему? Да, новый герб. 36-й. Зачетно. Наконец-то веселый у нас распечатался. Первая монета. Первая монета, да. Держи. А вот оно, дерево полезло. Серег, ты зря. Держи, держи, держи. Серый. Вон дерево вылезло, сигнал под дерево. Ребят, монитос Михалыча. Михалыч уже по грудь зашурфился. По колено встал. Че там, 42-й, Михалыч? Не знаю. Не видишь? 45-й. 10 копеек 45-го года. Тепло на глубине закапывает. Здесь окон. Кто не закапывает за собой ямки? Че такое, Сережа? Че такое, Сережа? Чуть не это шмякнулся, да? Вот так вот не закапывает за собой. Не, не я ископал. Ну а кто? Держи. Онлайн, онлайн. Ну, ой, профессионал, онлайн, онлайн, копает, вот, всего, копает всего на всего год, а, профессионал, онлайн, давай, давай, давай. Онлайн, или железяк. Одно из двух, блин, точно. Ну, Ваня, у вас же был, Александр. Я с Ванишем на шурфах не копаю. Жбонь, да? Да, это от иконы. Это в иконы ложили, когда эти такие, ну собранные иконы. Ну ты сейчас наговоришь, блин, от иконы. Нет, я могу. Вот, вот терка, да, онлайн, да, терочка можно. А Ваниш, хрен пойми, что там он может сказать на шурфе. Сережа, как же так? Нет? Нет. Вон она. Да. Смотрите, что. Терочка. Терочка не обосрался. Да, да, царская копейка. Год. Серый. Год. 1903, по-моему. Вот такая вот. 1903 год. Цари есть здесь на фунде. Мы как бы разрабатываем около лагеря. Неподалеку. Прямо рядышком стол, костер и фундамент. Ну ладно. Пошло. А? Пятый. Пятый, да? А, да. Да, пятый. Пятый. Ладно. Только я без монет. Все с монетами уже. Итак, ребят, сегодня, наверное, заканчивается наш коп. Хотя, сейчас веселый приедет и говорит, что продолжит шурфить. Он говорит, всю ночь будет. Но смотрите, ребята, холодно. Мы около костра греемся, от него уже не на шаг. Вот. Но в целом сегодняшний день получился неплохо. Были царики. Николашки, конечно, но все же советы преобладают. Из сопутки интересного ничего нет. Но все же медальку, которую откопал Михалыч, мы ее замочили. Замочили в моем растворе. Знаете, да? Ортофосфорная кислота. Я с собой не привез, но Кока-Кола, которая у нас сегодня присутствует,
она заменяет именно ортофосфорную кислоту. Там она есть. Вот, так что завтра, если интересно, смотрите видео до конца и узнаете, что за медальку откопал Михалыч. Ну а так в целом, ребята, я пойду на боковую. Вот, а завтра, если получится покопать, покопаем. Серый, как отдохнул? Ну отлично, закрыли сезон. Да, Серый закрыл сезон, но я думаю, это не конец. Не конец наших похождений. Официальный закрыт. Официальный, да? Потому что уже первый снег выпал, сезон как бы закончился. Начинаем видеосюжеты по чистке, по обзорам, реставрации и т.д. и т.п. Думаю, будет много еще интересного и вкусного. Так что все, ребят, я пошел спать. А мы еще посидим. Посидишь, да? Ну сиди.